Всем здравствуйте! Сегодня на рыбалку проспал. Приехал поздно, а народу смотрите сколько. Как на демонстрации машин. Кошмар вообще. Первый раз здесь столько машин вижу. Тут машин, наверное, 30-40. В общем, не знаю, где мы с вами сегодня будем посверлить и рыбачить. Скорее всего, рыбалка будет интересной. Хотя бы понаблюдаем в объектив камеры за другими рыбаками. И будет понятно. Оперативно-тактическая обстановка на водоеме. Пока добирался до пруда, списался со своим знакомым Антоном. Он говорит то, что слил какого-то коня. Вот. А я сегодня еду на рыбалку. В общем, нету мормыша в магазинах. Вот, поэтому у меня был старый мормыш в холодильнике замороженный. Я его сварил. И пишу ему, что типа того, что сегодня кони будут клевать только на вареный мормыш. Ну посмотрим, так ли это на самом деле. Синоптики сегодня обещают хорошую погоду. Что-то типа того, что 2 метра в секунду всего-навсего ветер будет. И то переменный такой. И я как назло не взял дрон, хотел полетать и забыл. Ну короче, мы сегодня и без мормыша, и без дрона. Я думаю, и так что-нибудь поменяем. На льду собрался небольшой такой базар. Ну, попробуем где-нибудь место найти. Антон говорит, что одного окуня хорошего поймал, и одного опустил. Пару подлетчиков неплохих. Давай, показывай. Ёшки-матрёшки. Вот это вот. Он аж в кадр не влазит. Повыше подними. О, какой красивый, ребят. Обладался вообще капец. Лунку опускал. Прямо со стопора не снял, пришлось эту вунку, удочку опускать рукой. Ничего себе. Ну ты мормышем кормишь? Да, у него во рту мормыш. Ага, ну точно, понятно. Ну пару подлещиков неплохих попало. Оп, да, рыбочка такая, ничего. Да, ничего. Вот такой подлещик. Вот. И вот покрупнее один еще. Разверни его, конечно. Вчера тоже попадали хорошие подлещики. Как бы не свойственно здесь. Понятно. Попадали. Ну, молодец. Молодец. Ну, положи. Рядом с конца. Так. Ага. Вот, ребят, варежка. Вот рыба. Ну, вот нога, если что. Видно, да? Ну, красавец, слушай, у тебя уже рыбалка удалась. Ну да, согласен. Ага. Вот это. Тот, который покрупнее, так у меня был еще больше был, да? Я не знаю. Ну, я думаю, крупнее был. Ну, бодался хорошо. Бодался да. Долго, я долго его тягал, и он сошел, не знаю. Хотя у меня не чертик. Этот на мухомормыша взял, а тот не знаю, на что брал. Муравка или мухомормыш. Понятно. Ну, значит, не зря я сегодня собрал удочку с мухомормышем. Сейчас удочки просверлим, закормим вареным мормышем оранжевым. И будем ловить. Поймал кого-то. Луночки, ребята, я просверлил, и сейчас буду делать первоначальный закорм.
закармливать буду вот таким вот мормышем вареным. И взял вот такие вот, вот такую прикормку за 60 рублей. Ну, надо сказать, что запах хороший. Так. Давайте понемножку. Прямо сверху. Никуда он не плывет, тут течения нет. Будет опускаться и приманивать рыбу. Давайте начинать рыбалочку. Собрал я удочку вчера, простую, с леской 0,12. Старенький сторожок поставил свой. И сейчас будем на мормыша ловить. Да, рыбка. Ух ты, на падение клюнул. Ничего себе. Вот это да. Вот это да. Вот той. Ой. Ой-ой-ой, нападение просто. Просто нападение. Ух-ух-ух. Да, детка. Нападение, понял. Опустил только в лунку. Только в лунку опустил. Вот, работает, оказывается, вареный мормыш. Я хоть снимал, нет? Да, снимал. Поздравления. Четко. Нападение. Он что взял? На мормыш. Смотри, как шотнул. Промазал, блядь. Ну, а ты его снизу, за бороду. Как он... Фух. Руки, ребята, трясутся вообще. Не знаю, потом завешу его окунка. Хороший. Прямо качественный. Просто нападение. Из-за того, что большое количество пустых поклевок, я сейчас хочу поставить какую-нибудь мормышку наподобие гвозди шарика. Вот. И попробовать долавливать эту мелочевку. Вот такую мормышечку поставил. Сейчас будем ловить. Ну я, в принципе, сегодня тоже, да это самое, наверное, до вечера. Тут как бы водоем такое, что я вот это, как знаю, тут, если что-то крупненькое, то оно только до 12, а потом, если только уже ближе это, к вечеру. Ну хотя вот в прошлый раз на полкило окуня я поймал где-то 3 часа. Три часа? Да.
Ну-ка, я был как правил. Исключение справа всегда было. Вешал, а нет? Давай весь улов вешаем сначала. Да ну нафиг, что тут вешать? Окунь отвешиваем, хороший. Да. Мне кажется, грамм 800, наверное. Побольше, килограмм. Не, грамм 800. Не, килограмм кило. Ровно. Ровно кило. Красавчик. Килошного окуня поймал. Кило? Ну-ка разверни. Ну вот, у меня, наверное... Он прогонистый, видишь, он самец. У меня, наверное, такой же поезд. Давай-ка его взвесим. Пойдем. Угу. Вот он. Поменьше. У тебя поменьше, да. Ну, 600-то точно есть. Больше, наверное, это 700. Так, у тебя мамка, кстати, походу, делала. Мамка я поэтому хочу отсохнуть. А. Не, грамм 700, наверное. Я говорю. Тихо. Даже тихо. Больше. 800. 825. Красавица. О, не будем тревожить ее пока. А потом захватывай. На Шамахтинскую попал. Ну какой окунина, аж в ведро не помещается. Сегодняшняя рыбалка подошла к завершению. Рыбки я поймал по количеству достаточно много, а по качеству всего одну хорошую, и одна хорошая у меня убежала. Вот в этом окуне получилось 825 граммов. Такая вот хорошая рыбка клюнула. Самочка. Спасибо тебе, девочка. Хорошая. Вот.
Сейчас мы ее отпустим. Какая хорошая. Ух. Вот это да. Красавица. Какая симпатичная. Ну давай, моя хорошая. Беги. Ух ты. Все. Хвостом туда-сюда, туда-сюда. Помахала, пузырики пустила. Молодец, девочка. Я для тех, кто не понимает, зачем я отпускаю рыбу. У нас в водохранилище не так много такой хорошей рыбы. Поэтому такие окуни, тем более самки, их надо выпускать, особенно по весне. Потому что у них полное пузо икры. Они очень много потомства принесут. Ну и плюсом ко всему, такая рыба, после того, как вы с ней поборолись, она заставляет ваши руки трястись, сердце колыхаться, и потом как-то, ну, не поднимается у меня рука взять и, грубо говоря, заколбасить такую красоту. Я надеюсь, что вы меня поймете и поддержите. Ну, и у меня на этом все, ребят. Увидимся с вами в следующих видео. Надеюсь, что в следующий раз тоже будут трофеи. Сегодня он говорит, сейчас Андрюха Куцелева Королева вытаскиваю, на 2 кило на хулища вытащили. Но говорит, с багром так не лезет, сука. Да, давай. Что, багром? Что, давай?